Добрый день, дорогие друзья! С вами Серафима Морозова. Я представляю наш канал «Здоровы с нами». И мы сегодня с вами будем говорить о каплях для глаз. Я хочу сказать, что когда мы начинаем принимать антипаразитарные сборы, делаем очистительные процедуры, то очень сильно начинает страдать у нас глаза. Очень часто люди начинают падать зрение, и они не знают, что делать. Чтобы сохранить зрение, потому что вот бывает, что человек чистится, да, и у него прямо из глаз идет вот гной, аллергия, они говорят, там что-то, может, не подходит. Нет, надо просто дополнительно при очистке пользоваться каплями для глаз. Я не знаю, какие в аптеке, мы изготавливаем капли сами, и вот я вам сейчас представлю 4 вида. То есть они у нас разного цвета. Белые – это антипаразитарные. Нет, вот это черные – противомикробные. Синие у нас это витамины для глаз, коричневые это для иммунитета, и вот это противовирусные, ну как бы антипаразитарные, да. Вот 4 вида капель, а вот эти вот самые мягкие не жгут, только вот эти капли у нас черные, противомикробные. Все остальные капли очень-очень сильно жгучие, особенно самые жгучие это вот у нас эти капли белые, там используем мы АСД. И когда вы его капаете один раз в день или два раза в день по одной капле, то будете чувствовать прям вот сильное-сильное жжение, но это самое лучшее средство при вирусах. У нас просто был такой случай, когда мы работали в прошлом году на погружении, и у нас, у нашей одной сотрудницы, скажем так, после раствора было очень сильно, вот у нее сначала распух, болело ухо, потом распух глаз. И прям в глаз что-то вышло на века. Мы что только не делали, и пиявки ставили, и уколы обкалывали, все. Но пока не начали капать вот эти капли, ничего не помогало. Поэтому имейте в виду, капли есть у нас в наличии, их всегда можно приобрести. У них такая альтернативная цена недорого, 500 рублей, если вы берете 4 вида капель. Если вы берете один вид, то это будет 600 рублей. Пожалуйста, заходите на наш сайт, приобретайте. Спасибо.